Нам очень повезло с тем, что мы находимся в самом центре. Это действительно историческая улица города. У нас историческое здание. Нам очень хотелось сохранить архитектуру, которая нам досталась. Привет, я Аня Кудрявцева, основатель Центра современной культуры «Рельсы», и я в Тверь Тим. 6 лет я училась и работала в Москве редактором глянцевого журнала. Потом вернулась в Тверь и ощутила такой культурный голод. И мы с моим другом Ильей Андреевым решили создать Центр современной культуры. Проект был такой амбициозный для 2 человек, не миллионеров, не знаю, таких обычных ребят. Стали на разных городских площадках организовывать лекции по темам культуры, науки. Если бы мы не увидели интереса со стороны людей, мы бы просто перестали заниматься этим проектом. Ну, самый большой страх – это, естественно, финансовая окупаемость. Мы просчитали заранее примерную сумму, которую мы точно соберем. Мы были абсолютно уверены в 250 тысячах. Мы превысили даже этот сбор 500 тысяч, там, на 111 тысяч рублей. Нам хочется, чтобы современное искусство, ну, если уж не полюбилось тверскому зрителю, то хотя бы стало более-менее понятным. Мы очень хотим, чтобы на базе рельсов развивались проекты, связанные, например, с улучшением городской среды. Наша главная задача – делать город интереснее, делать город лучше. И именно поэтому мы занимаемся рельсами именно в Твери, а не в каком-либо другом городе. Именно поэтому мы живем здесь. Невероятное чувство того, что ты приходишь, здороваешься с ребятами, которые вместе с тобой работают над этим проектом. Это очень-очень ценно.